Это видеоблог. Всем привет. Так, мы едем, я, Еленка Новикова, едем в Вологду. Так что сейчас мы... Письма. Письма долго на почту ношу. Долго, правильно? Очень часто. Часто. Долго на почту нельзя ничего носить. Никому никогда не пизжу. Что там еще дальше? Что-то вижу. Вижу дом. Свинью у ворот. Свинью у ворот. Где мы? Сука, ёбаный в рот. Короче, где ж ты моя? Черноглазая, где? Вологде, где? Вологде, где? В доме, где резной палисад. Видишь, ты какие слова знаешь. Ну, это хорошо. Так, смотрите. Я вот пока приеду, ёбнусь, во-первых, от мерцания, а во-вторых, от того, какой кусок говна показывают. Да, давайте это выключим. Сейчас мы вызовем. Вызов проводницы. Вызов проводника. Вот здесь, наверное, смотри, вот за мной. О, смотри, тупица, смотри, вот тут вот, оп, и мы вызвали проводника. И мы вызвали сатану. Это как в Тануке. Вот, Тануки, сейчас нам все принесут. Смотрите, у нас здесь коржи самопечные. Это я пек. Конечно. Ты пекарь? Я пекарь. Будешь пробовать? Нет, правильно, не надо. Так. Здравствуйте. Пожалуйста, мы хотели бы выключить телевизор, но не знаю. Либо... А включить? Хочется хороший канал. Есть Гардемарины? Слушайте, канала вот нету. Только вот... Если поездной электромеханик подойдет и... В смысле, если это Дисней и все? Психоделический. Вообще нету, сейчас дети потеряются, не будет. Давайте ничего. Выключим, чтобы просто это не мерцало, переключится. А тут одна единственная кнопка, которая прибавляет громкость вообще. Все наверху. Подожди, Лен, не надо. Сейчас мы перелистаем. Вот, вот, посмотри. Смотри, Лен, Лен. Понятно. Это же фильм твоей молодости. Это фильм твоей матери. Ну, твоей молодости. Что? Поездной электромеханик, если подойдет, вам диск включит. О, диск включат. А если не подойдет, то не включит. Нет, он подойдет. Он подойдет по любому. Все. Да, я ему скажу, он нам настроит. Хорошо. Это сон, она в сне. Вот так сон. Ой, ой, как ярко. Нам идет механик. Да? Идет механик, нужен пульт и диск. И у вас есть. Вот три канала я нашел, фоткаешь, все. Тут война, все дела. Это какой-то ужас. Она же с диском какой поставят. С диска какой есть? А спросите девчонок. А, это диск играет? Да. А у всех одинаковый диск или каждому отдельно можно диск? Одинаковый. Охереть. То есть если мы сейчас поменяем, у всех поменяется, да? Да. И кто-то не узнает, чем закончится. Так. Это видеоблог. Красота, романтика. Там спит Лена Новикова. Я надеюсь, спит и все в порядке. Сейчас попозже поднесу стеклышко, проверю, все ли в порядке. Это видеоблог. Скоро утро. Это видеоблог. Вот мы остановились. Хер знает где. Хер знает зачем. Хер знает зачем. Тут уединено, уединено, уединенно. И красиво. Деревья такие. Такая классная зима настоящая. Без реагентов. Без людей. Деревенька, деревенька. Вот эта палаточка. Где колдыри. Горячий чай. Еда в дорогу. И колдырит мужчина. Он стоит. Он хлещет прям. Виноградный день из горла. И дальше сейчас едет. И поведет поезд дальше. Видеоблог. Мы в Вологде. Время 5:18 утра. А кто не спал всю ночь? Это я. Нормально. Это Вологда, да? Вологда. Все. Все нормально. Это Вологда, да-да-да, Вологда, да? Станция Вологда-1. Видите, никого не обманывает. Все.
Лен, ты в Вологде? Где? Где? Я в Вологде. Здравствуйте. Да, это Вологда, да? Вологда. Все хорошо. О, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Нет. Лифт. Это видеоблог. Вот он я. Это видеоблог. Так, мы выходим. Мы выходим отсюда. Нах. Так, а что, а какой? Какой? Я не знаю, мы сейчас смотрим. Значит, номер 12. А я вот здесь. Вот 12. А у тебя какой? Один. А у тебя, значит, вот здесь. В коридоре. А вот 11. Да. Так, заходим. Видеоблог, ребята. Все на ваших глазах. Первое посещение номера. Лена Летучая. Итак. Так, видеоблог. Зашли. Ой, ты глянь. Ёж твою мать. Так, смотрите. Здесь обязательно. Это у меня в райдере. Я всегда заказываю, чтобы у меня была хуета. Телевизор сразу включаем, сразу, на всю громкость. Все, телефон сразу пусть пищит. Пусть будет, сразу лежит. Так, ищем спас. Ищем спас. Так, вот, отлично, спас. Будем смотреть. Нормально, тёлки. Ты готов? Конечно. Так, что? А, ты принесла мне багаж, спасибо. Так, нет ванной, попадос. А у тебя что за номер? Ты там, чё? Зайди, тут видишь, чё? Тут типа... Лофт, ну тут такая. Хуя. Ты вылезешь туда на крышу? Конечно. Нихуя себе, ну конечно, заебись, да ничего, спасибо большое, пиздец, блядь, люксно. Да ты охуела вообще, конечно, пиздец, блядь, ванна. Ты будешь в бассейн, я пойду в ванну. Да пиздец, ванна нахуй. Ну приходи ко мне мыться. Ванна, блядь. Давай поменяемся, хочешь? Давай поменяемся, хочешь? Хочу. Серьезно? Серьезно. Что там у тебя, давай посмотрим. У меня нормально все, просто нет ванны, блядь, это что за... Смотри, что это такое? Что это? Я что, зэк, блядь, или что? Зато у тебя есть диван возле телевизора. Смотри, ну вот, как раз будешь смотреть. Давай меняться. Ляжешь, ноги положишь, все, меняемся тогда. Да, вот эту хуйню только я забираю с собой. У меня, она у меня в райдере, она всегда должна быть со мной. Всегда. Поднял. Все вставлено? Я все вставлено во все. Это скандал. Все, теперь я в Ленкином номере. А вот эта хуйня обязательно у меня. А вот это я не заказывал. Так, Лен, вот это твоя. Вот это. На, забери. Да, все, счастливо. Да. Вот и все. Видите, как... это видеоблог. Что же мне, блядь? Ванна у нее, блядь. Ага. Сейчас. Итак, друзья, лайфхак. Как устроить хамам у себя в номере... бюджетно. Видно вам или нет? Здесь пара, да, сраки? Просто нахерачиваете, короче, выкручиваете. Смотрите, вот, идет пар. Видите? Жарище невероятное. Выкручиваешь, значит, душ на всю, на кипяток. Уходишь буквально минут на 75-80 и возвращаешься. Все, жарище неимоверное, ничего не видно. Мы все, раздеваемся, у нас, кстати, 18+, и принимаем ванну. Правильно? Все, погнали. Это видеоблог. Мы в Вологде. Вологодское время 13:09. Идем кушать. Ребята приехали. Приехал Тимур Каргинов. И еще сейчас приедет Славка Комиссаренко, но вечером. Это видеоблог. О! Здрасте, приехали. Здравствуйте. Как дела, братан? Хорошо, все отлично? Да. Да.
Видеоблог. Всем привет. 7 часов смотрел уральских пельменей. Немножко надоело. Я, короче, собираюсь в зал. Я вот сейчас оделся. Беру с собой портфель. Иду в зал. Заниматься тут через дорогу и спортзал. Концерт через 3 часа. Уезжаем через 3 часа. Концерт через 4. Поэтому пойду сейчас как следует там. Как следует. Как покачаю ягодицы. И все. Вологда, в общем, зимняя. Погодка, кстати, хорошая. Приятная, теплая относительно. Если можно быть теплым в это время года. Вот наш отель. Хороший, кстати, прикольный отель. Вот Кран поехал. А я пойду позанимаюсь, наверное. Здесь вот в этом центре есть фитнес-центр, спортзал. И если там вход не дороже 70 рублей, ну 200, то я иду туда. Фитнес-клуб «Пластилин». В нем из тебя слепят настоящую кисулю. Офисный планктон. Пожалуйста. Так, я пришел с тренировки. Уже очень поздно. Скоро концерт. Переодеваться, купаться и на концерт. А ребята все не сдаются. Ребята не собираются заканчивать вообще. Правильно, правильно, красавцы. Правильно считаю. Антон Борисов сидит, хлопает. Очень смешно. Так, мы приехали на площадку. На саундчек. Видеоблог. Видеоблог. Привет, зал. Вот зал. Вот зал. Вот зал. Ага. Бэм, бэм, бэм. 600 тысяч человек здесь. Все будет здесь. Раз, раз. Здрасте. Раз, раз. Добрый вечер, всем привет, здрасте, Вологда. Да. Блог. Я уже выступил, Славка репетирует, повторяет материал, потому что чалился. У меня все на ходу. Все на ходу. Славка великолепный импровизатор. И он... Настолько великолепный, что люди заплатили сегодня деньги и получат импровизацию. Да. Нет, все написано, вот, все есть. Написано, все сохранено в Word. А Слава 37 дней чалился в Таиланде. Не 37. 29. Совсем разные ощущения. Совсем разные, на 8 меньше. Мы послушаем, как Лена Новикова выступает в Вологде. Бежим. Не, я могу ее понять. Могу, она женщина, у нее маленькая песня, она себе чувствует. Вы все в танцах, да? Вот так-то на. А это закулисье проекта. Закулисье проекта Вологодского. Вот, смотрите. Это не огромная кобура от пистолета. Это фортепиано. Если бы здесь был Ваня Абрамов, то он уже был бы здесь. Обычно бывают закулисья, это же театры обычно. Тюзы, пюзы, мюзы. И здесь есть много всяких приколов. Тут всегда есть мушкетерские костюмы. И еще какие-нибудь там, какие-нибудь аппликации. Вот какое-то говно лежит. Какое-то странное. Декорации. Всякое дерьмо. О, трон. 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 Ощущения после выступления у Тимура. Итак, Тимур Каргинов. Как ощущения после выступления? Как ощущения? Лучшие ощущения. В двух словах. Где ты выступал? В Вологде где? В Вологде, да. Ну и как зритель? Просто потрясающе. Нигде меня так не поняли. Что запомнилось? Запомнилось то, что я говорил шутку, и одна женщина сказала ужас. Ужас? А что ужасного было? А? А что ужасного было? Ну, просто я говорил шутку, она сказала ужас. Совсем с ума посходили? Вообще. А курьезные случаи были? Курьезных случаев пока не было. Курьезных случаев пока не было. Мы надеемся, что они чуть позже случатся. Ближе к вечеру все курьезные случаи случаются. Смотри, время курьезных случаев – это утро. Вот так ты, Амиран. И вечер. Утро и вечер – курьезные случаи? Да, это утро и вечер курьезных случаев. Все, Славка, закончился. Стрелям. Вологда, стреляли.
Вологда прекрасно. Вологда молодец. Что ж, ребята, это был видеоблог из Вологды. Всем пока! Пока!